Проектом предусмотрено спрямление участков дороги, расширение проезжей части и укрепление обочин. В трех населенных пунктах будет сделано освещение, тем самым транспортное сообщение станет более безопасным. Сейчас вот еще раз мы доводили до подрядчика, что погодные условия не терпят, надо успевать в графике. Он обещает все работы по асфальтобетону закончить в сентябре месяце. Ход работ на объекте проверил губернатор Андрей Шевелев. Затронуты и вопросы, которые могли бы повлиять на темпы проведения реконструкции. На участке ведется переустройство газопровода, проходящего под дорогой. Андрей Шевелев дал поручение Дорожному фонду жестко контролировать подрядчиков. Самое главное, чтобы были выдержаны сроки с учетом, понятно, погодных условий, чтобы весь верхний слой уже лежал. И важно, чтобы работы не только были выполнены в срок, но и качественно. Глава региона отметил эффективную претензионную работу сотрудников Дорожного фонда, которые сразу предъявляют подрядчику выявленные недостатки к устранению.